Мы живые! Мы живые! Мы живые! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Я Байзитов Алихан Кажмуратович, гражданин Республики Казахстан. Сегодня у нас 22.02.2023 года. Приехал поддержать партию «Алга, Казахстан». Подаем документы в 11 раз. По собственной воле, без принуждения. «Алга, Казахстан». Ал Табариш Такаев, Тіркесін алға Қазақстан партиясын, еркенде жүрген жоқпыз, қайта-қайта. Келе біремізді 11 рет, 20 рет келемізді, 100 рет болса да келеміз. Тіркесін бізді. Біз тіріміз. Біз тіріміз бе? Біз тіріміз. Алға Қазақстан. Добрый день, город Кустанай, 22 февраля. Мы за регистрацию партии «Алга, Казахстан». Мы живые, мы вместе. Изменить существующую систему и жить в демократичной стране нужно. И это под силу нам всем. Вся сила и мощность одержания победы именно в наших руках. «Алга, Казахстан». ТРМС. Мы живые. Западный Казахстан, город Аксай. Это Байтемиров Едге и Сарсенов Айдар, участники партии «Алга, Казахстан». Требуем правительства Жана Казахстана регистрацию оппозиционной партии «Алга, Казахстан». Это наше 11-е обращение к правительству Токаева, который не видит и не слышит народ Казахстана. Без стремес. Я нахожусь возле департамента юстиции. Город Цинтау. Я живая женщина, Языкевич Гульнара Хамитовна. Являюсь членом инициативной группы партии «Алга, Казахстан». У нас больше 2500 человек. И мы уже 11-й раз подаем документы на регистрацию партии. Но нас не хотят регистрировать. Поэтому мы требуем, чтобы нас зарегистрировали, нашу партию «Алга, Казахстан». Мы живые! Мы живые! Алга!